Значит, все отлично, все стерильно. Я один на один с вентилятором, никаких тебе гадких монстров, всяких жуков-мозгопылесосов, ничего нет. Значит, задача такая. Вот видишь, наверху лесенка, да? Мы доверху добегаем, когда включили вентилятор, и без эйфории там просто зависаем и дальше ориентируемся, как с лестницы спрыгнуть. Понятно? Погнали. Как вот это получается? Фух, ладно. А, знаешь что, давай тогда вообще потренируемся мы. Потренируемся на ней, на той лестнице. Так, давай, давай, спокойно. Спокойно. Просто мы сейчас потренируемся. Вот нам, в принципе, вот задача-то до сюда, только добежать-то. Чем мы оттуда так отчаянно падаем? Объясни мне. Потому что вентилятор воздух качает, что ли, поэтому? Почему вот так происходит? Я думаю, вот почему происходит, потому что он меня успевает подсечь. Хорошо. Давай тогда сейчас мы добежим до туда, там сделаем сохранение, чтобы нам уже было удобней каждый раз не лазить. Там мы будем уже удобно стоять. Просто на обоих ногах, обеих ногах. И уже решать проблемы. Так, спокойно. Вот, вот здесь мы сейчас сохраняемся. Сохранить игру. Не страшно, я думаю, тут бесчисленное множество раз можно сохраняться. Так, и видишь, эта лопасть прямо рядом. То есть эта лопасть прошла. Может, отсюда можно? Нет, отсюда нет. Отсюда. Два, три, четыре. Нет. Значит, надо было сразу. То есть я не успеваю добежать просто тупо. Значит, я не тупо не успеваю добежать. Значит, если эта лопасть рядом, то мы должны сразу после нее успеть. То есть мы должны вообще максимально быстро успеть. Правильно? О, ну слава богу. Это куда мы жахнулись-то? Ну, то есть нас еще тут будут сейчас сдувать воздухом конкретно, я думаю. Зачем мы его включили? Ну ладно. По идее цель. Какая цель? Вообще бесцельно. Включили, включили, что? Включили, чтобы работал. Выше все равно нельзя залезть. Ладно. Ради бога. В принципе, так. А, знаешь что, ребятушки, там же еще можно в другую сторону пойти. Мы еще не все стороны изведали. Опа, стоп. Хорошо. Так, смотрим следующее видео.